Марина Север. А вместе дабл летсплей. Подожди, возьми бусинку в руки. У нас здесь дабл летсплей. Надо снова представиться, нам нужно писец был. Да нормально там давай было. Снова. Всем привет, с вами Марина Север. А вместе дабл летсплей. Мы кошки, наконец-то, они две в кадре. Это Лаки. Вот, можете наблюдать бусинку. Они смотрят друг на друга и хотят лизаться. Просто очень холодно. Бусинка, скажи всем привет. Привет. Ты ее там поверни как-нибудь. Это Мурполночь местная. Мурполночь. Там реально Мурполночь, просто черная дыра внутри лежит. В общем, мы продолжаем проходить. Тут все просто упало у нас. Слушай, он подходит к ней. Закрыть, закрой, закрой, вытащи. Escape нажми. Чего нахер? Зачем? Держи. Держи ей escape нажми. Ну, понимаете сами, да, он сейчас ее начнет убивать, а мы тут не вообще ничего понять. Так. Ну, подожди, пизди его, смотри, ты что с воды-то встала? Мы на воде уже были. Не хочу я его убивать, да пизди его, да не надо мне его. Да, убери, я сказал, убери. Да убери. Чего брать-то, куда? Смотри, мы на воде стоим. Все, я поняла, мне вообще не нужно никого трогать. Куда? Вода закрылась у нас, смотри, опять. Да как она закрылась? Это надо что? Снова на нее встать. Почему подожди, закрылась? Подожди, а почему? Она не открылась. Она вот должна была открыться. Вот давай теперь на воду. Нет, это не вода, это огонь. Я поняла, что это огонь, подожди. Я пробую тут, понимаешь? Зачем этот дебилоид стоит, рептилоид? Он не двигается. Вот, открылась. Куда смотри. Зайти? Вода в воде. Давайте. Где посмотрим. Вода? Я не вижу воду. Вода это не вода, воде. Это не вода. Вот вода, вот вода. Где? Да вот вода там была. По второй вот. Надо смотреть. Последняя, левая. Левая, лево. Мы сейчас будем проходить водную комнату, водные процедуры. СПА-процедуры, да. А у меня нет рефлекса прыжка, но я хотела вообще, да, прыгнуть. Ну, вы там понимаете, да, если прыгнуть не туда, можно попасть в ад. А мы, кстати, показывали его. А мы показывали, по-моему, как мы могли. Зал Нептуна. О, погоди, что делать? Нам прыгать надо вниз, что ли? А может вот там? Нет, подожди, а может туда, в ту комнату, наверное? Как прыгать? Как прыгать? Прыгай, альто! Альто, а чего? Нептун не нассался сюда, воды нет. Так, мы его хотели надурить, да? В общем, да. Вот все, он пустил огонь. Давай! Вот там Нептун сичет. Я хотел сказать фразу, Нептун сичет. Он блюет, точнее. Куда плыть-то? Там вверх плывет. Да подожди ты. Это воздух оглохнуть. Нептун блюет. Так, подожди, куда прыгать? Нептун блюет. Куда идти мне? Куда мне идти? Да вниз просто. Куда, блядь, я боюсь. Вот смотри, в дыру. Здесь придется очень много плавать, потому что вы сами понимаете, зал... Коля! О, бля, давай. Рычаг нажимай, я боюсь. О, видали? Офигеть. Вот, видели, вода, теперь можно прыгнуть. А как мне обратно-то прийти? Мать. Так, всплывай теперь. А, ну отключилась. Ну ты что, любуешься жопкой? Я не знаю. Смотри, пол жизни убила просто. Вверх плыви. Вот в дыру, вот в эту. Да что ты делаешь? Я не могу плыть в дыру. Я не могу плыть в дыру. Давай. Там еще один рычаг в другой стороне был. Бля. Ха. Давай. Я не могу понять. Она как-то странно плывет кнопкой. Так, подожди, ее нужно... Блин, говнястый. Давай большой аптеку. А у нас мало, смотри. А мы все, мы трупы. Ничего. Ой, быстрей. Он сейчас ей бошку отрубит. Че, как внутрь-то... Я боюсь. Так это рылом, по-моему. А слушай, а мы в какую сторону плыли вообще? Вправо, влево? Я не там знаю. Просто еще. Вот сюда. Так, сюда. Здесь мы были, значит, вот туда теперь. Или подожди, а что? А может, мне показалось, там еще один рычаг был. Какой, блядь? Может, там нет никакого рычага вообще? Где ты рычаг нашла? Просто туда, значит, прыгать нужно в этот, откуда он пришел. Это дебилоид. Отлично просто. Да. Он подошел к ней. А что делать-то? Мы как теперь вылазить будем? А вот я не знаю как. Он там стоит и все. А что делать? Ты прикидываешь, да? Нормально, нет. А как выйти-то мне теперь отсюда? Так он тычет в нее своим когтем, блин. Копье, прям глаз сейчас. Короче, вылезай, я не знаю, как это делать. Сейчас попробуй. Вылез? Он сейчас отошел вроде. Да блин, почему ты утопилась-то? Ей же надо прыгнуть туда, где Нептун насичил. Как она вообще... А может, с катерылом, может, она?
О, блядь, ух ты, блядь, почину, почину, Кладь. Ты давай там пройди там, прыгни там. Ты еще давай боком, давай, давай. Да блин, они застряли. Застряла в углу. Быстрее, 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 быстрее. Ты что еще держишься, беги. Фух. Ну, вы понимаете. Хорошо, Нептун поссал, пописал. О, хорошо, давайте осторожно. Заметьте. Все зассал, всю квартиру, Нептун. Кто, блядь, поделал? Смотрите, как замечательно. Вот Лара плавает стоя. Ну ладно, это хорошо. А теперь-то что делать? Ну, только топиться. Посмотрим. Здесь будет много плывущих моментов. Вот, по-моему, там дырище, видела? Вот дырище какая-то. Дырище? Да, дырище. Я думаю, мне не хватит кислорода, чтобы это сделать. Так, о. Да, ты помогаешь мне нажимать рычаги. Да, это очень важно, потому что рычаги – это вообще тема. Ага, смотри, еще выше поднялась. Еще выше зассал. То есть теперь мы сможем что-то сделать. Да, давай. Ну, странно, я когда поднимаюсь, нажимаю вверх, она как бы вниз, она идет вверх. То есть я логику вообще не понимаю этой штуки. Вот здесь, кстати, можно... Три комнаты есть. Это не комната, это просто какая-то пиздодверь, как называется. А можно быстрее проплыть? Может быть... Нет, она не умеет быстро плыть, к сожалению. Шифтом? А нет, шифтом она идет. Да. Она просто прогулочным шагом плывет. Ну, да. Может, это хорошо, водичка, бассейн, тут спа-процедуры тоже захотелось. Да, блин, она же... Почему она опять... Она топится, она хочет утопиться. Да, кнопки вообще непонятные, понимаете? Она еще развернулась. Она с... Она пришла в хамам. Да. Вах. Много человек, кто тут... А, никого нет, ладно. Там... А, смотри, это в последнюю очередь. Мы должны сначала... А что ж такое? Две другие комнаты проверить. Да я поняла. Слушай, а тут заебись довольно-таки. Да посмотри на ее тень, ее как скособенила ты ее. Она рептилоид, что ли? Бежала она прям. Вот ты видишь, что делается? Видела, конечно. Ларка, рептилоид. Давай хоть на Нептун это посмотрим, он тут засал все у нас, видишь? Вот он. В глаза посмотреть ему. Почему он с рогами? Ну-ка, опустись туда. Поцелуй Нептуна. Ну ты сказала тоже, блин. Думаешь, это так легко сделать? Это сказать легко. Привет. Засосаться с Нептуном сейчас. Красавчик, сюда. Давай. Так, а мне вот сюда надо. А я вот такой получился. Так, а что у меня есть такие уютные здесь? Звуки воды. И, кстати, целая аптека. Кто-то бросил Ларки сюда аптеку. Она радуется, что ей бросили аптеку. Внимание, смотрим. На Лару, на ее тень. Они не слушаются. Они не синхронизированы. Вот что вообще происходит. Лара рептилоид. Посмотри, посмотри, какие у нее ноги. Да. Смотри, каблуки. Во. Фу, это странно выглядит. Здесь что-то не то. Что у нее с ногами? Она точно рептилоид. А ты посмотри ноги назад и что с головой. Ларка, выпрямись. Ты видела, смотри, она бежала. Ты просто... Ты Лара, выпрямись. Что с тобой? Почему тебя так загнуло? Так, и там, по-моему, еще одна дверь вот там была. Сейчас как? Вон она смотрит. Слушай, а как она прыгает красиво? Ну вот, вот прям вот так вот. Ну покажи, я не помню, а я не какой-то знаю. Кнопкой. Да, там можно было красиво прыгать ей вообще. Кстати, Лара, она, смотрите, совершенно не мокрая. Ой, какие странные тени. Ну, вы видите, да? То есть она вообще сухая. У нее еще, как у птиц, что ли, там специальный жир на... кожи, как на перьях у птиц, обмазалась чтобы, жиром. Чтобы смотреть. Ну почему она так бегает, я просто не могу. Шахматные какие-то тени. Как? Ну как прыгать? Ну-ка давай покажи. А я не помню. Ну, возможно, что эта Ларка так и не может. О, она может! Нихуя! Это... Нихуя! Ты что, не знала? Я вот знала лично, что она так может. Смотри, как ее закрутили. А ты видела, как она еще плавала? Вот красотка. Стой, теперь не знаю, куда вообще идти. Так, кстати, да. Кстати, вот он. Пошли потом мы к Нептуну. Значит, подождите. Так, наверное, где Нептун? Наверное, значит, Нептун сюда. Был здесь, значит, сюда. Отлично объяснили. А как прыгнул? Ты мне хоть покажи. С катырылом. А, подожди, то есть просто прыжок и катырыл? Да, прыжок и катырыл. Это было максимально красиво. А можно в обратную сторону прыжок и катырыл сделать? Давай попробуем, смотри. Ну, еще, подожди. Давай может попробуем. Быть, вот так вот? Да. А не. Ну, не получилось, да. Рэп, всплывай. А почему ее переворачивает-то потом так? Ну, вода тяжелая. А, ладно. Вот сейчас можно попробовать. Что-то не то получилось. А это вообще как? А что это, собственно говоря, было? Блоп! А куда плыть-то? Ты что ждешь-то, давай, блин? Куда, я не знаю, блин, подожди. Ой, как страшно. Аптека!
Бери ее, бери, бери ее. Молодец, Ларк, взяла аптеку. Вот сейчас будет пизда. Я молодец. Я взяла аптеку. А быстро плыть она никак не может, а. Вот сейчас что-то начнется здесь. Там сейчас будут эти вылезать, колья всякие, да? Да. Или что? Ой, а почему четко? Ларка в HD сейчас была, видела? Конечно. Две аптеки. Зачем? А зачем слушать так много аптек? Это... А потому что вот сейчас кое-что здесь будет. Ну ты твою же мать! Вниз, 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 вниз! Вниз вот сюда давай! Тихо, не мешайся, блин. Твою! Ой, сейчас, стой, давай сохраним. Вот я уже полжизни съела. Просто башкой в дно прям. Так я и так голову в дно башкой. Ого! Да блин, вот это... вот что такое-то? Давай туда! Наверное, туда. Я не знаю, куда! Давай, давай! Вы видали вообще? Нихера себе! Игра вообще очень жесткая, просто здесь... По жести прям играем. Вообще по жести. А почему я сохраняюсь все время? Бля, жесть, давай, давай аптеку. На, жри. Вот то, что собрали, жри. Я думаю, целую надо. Да посмотри, посмотрите, кстати, здесь фон немножко прогибается. Видите, что? А, кстати, как это так вообще возможно? Видели? Да. То есть там нет воды. Тень, кстати, да, продолжаем наблюдать за Ларкиной тенью и офигеваем от нее. А ты слышишь, как там эти швабры? Они реально как швабры. Нам, я понимаю, мне нужно вот сюда. Подождите, что там было? Ну, не пофиг. Да, что-то маленькое, непонятное. Блин, тут. А здесь-то что? Смотри, сколько засал. Всего Нептун, блин! А тут в самый низ. Рычаги. Все, что ли? Вот этот вот. А рыба! А что будет? Она сдохла, что ли? Рыба-то одна. Он еще больше все засыт сейчас. А мне куда идти? Наверх, надо? Наверное. Или туда же? Давай сейчас посмотрим. Все равно умирать. Да, слушай, а почему не открылось-то? А я не знаю, что. Может, еще один рычаг был? Пошли, вдохнуть надо. Там открылся какой-то другой. То есть мы сейчас же обратно, что ли, выходить? Нет, смотри, я помню, что вот эта херня наверху открывалась как-то. То есть, пойдем. Скорее всего, мы еще какой-то рычаг забыли. Так, смотри, здесь ничего нет. Здесь мы возвращаемся обратно. Мы не сможем здесь обратно. Здесь тоже ничего у нас больше нет. Да, значит, там что-то куда? Есть. Я поняла, смотри. Вот наверху этой херни, вот здесь вот есть это... какая-то рыба. Есть, ага, какая-то рыба, это вот элемент воздуха, воды, то есть, да. И что делать с ним? Наверх смотри, в самый, вот открылся, хуй открылся. О, здравствуйте, пожалуйста, спасибо, мы собрали элемент. Так мы же собрали его. Это значит все. Посмотри, все засал. Как? Сколько воды? Так, а что там теперь затопил делать? Вообще, а теперь в какую-то дверь. Там открылась некая дверь, мы сейчас в нее и зайдем. Нам же выйти теперь отсюда. Слушай, а нам не обратно к этому дебилу, который вначале был? Какому дебилу? Нам в какую-то дверь надо. Вот а, он. Точно. Нет, дебил уже все. Он, короче, смотрите, какие зубья. Да, насрать. Вах. Ну ладно, у Ларки воздуха нет. Да, наверное, вот туда, смотри, как думаешь. А вот это точно. Не, херня. Наверх надо. Почему? Было. Это что такое, смотри. Мы тут уже были. Да были мы тут. Наверху отверстие. Что такое? Да, точно были. Наверху, смотри, вот здесь. Так мы что, туда и вернулись, или да, нет? Да, мы теперь обратно в ту же дверь, получается. Снова к этому дебилоиду. Возвращаемся. Давай, пока его нет здесь. Так я не помню. Почему она не всплыла? Как не всплыла-то? Ну почему она не может? Представляете, всплыть человек не может. Смотри, стоит. А что делать? Ну, блядь, проснулся. Ой, сука, горячий. Только нет. Мужчина, какой парень горячий. Да, блядь, пожалуйста, сука, беги. Беги от него, этого дебила какого-то куска. Как овна. Сейчас поджарит, мы же не сможем ничего сделать. Подходи дверь, быстрее! Мы собрали все! Ну, как сказать все? Ну да, мы действительно все собрали, потому что мы кое-где сохранились. И один фон времен зал. Смотрите, мы прошли, что у нас вода была, ветер был, земля. А еще огонь есть, но мы его будем проходить в косплее с Себкосиэлем. Да, поэтому, но мы здесь его как-то. Да, мы его прошли, да, чтобы идти дальше. А давай собрали. Вставим. Куда там вставить-то их надо было? Куда? Куда-то вставить? Вот в ту дверь надо было их вставить. Ну, пойдем вставлять. Элементы. Короче, мы собрали все элементы. Фон с огнем вы увидите потом. Так. Вставляем. Здесь у нас ветер. Откуда и куда дует. А, мы она открыли. Сама вставляет, что куда нужно. Да, а то вот скажут какие-то вообще ничего не знают люди из каменного века. Это у нас только вода. Что взяли воду. Воду. Вода в воде. Открылся второй засов. Сейчас. А что, собственно говоря, нам это дает? Так, подожди, я уже тут все поставила. Это что такое? Это у нас огонь. Его вы потом увидите. А это у нас земля.
Земля, там глаз какой-то нарисован. Рептилоиды прилетели на Землю. Ну, суки, пошли обратно. Ой, так, что мы открыли-то вообще? Зачем все это нужно было сделать? Нет, возможно, в той комнате что-то. Что? А, собственно, что мы сделали? И что? Нет, подскажи мне, чувак, ты здесь давно живешь, работаешь там. Слушай, а может это все подряд открыть теперь? Что значит все подряд? Я помню, там, по-моему, любую хуйню сейчас вообще открою по хуйне просто. Ну вот здесь, например, в воде, вот тут центральную, например. Ну, вот назад отпрыгни. Ну, давай-ка сама это делай, я вот потом это самое. А зачем это делать, собственно говоря? И что мы здесь? Что? А я не знаю. А зачем это нужно было делать? А хер его знает. Это что-то дало нам. А что нам это дало? Еда по талонам. Здесь что-то должно вылезти. А что вылезти-то должно? Я помню, что здесь что-то в центре вылазило. А что? Как? Открылась же дверь-то. Здесь вот эта херня должна вылезти вверх. И по ней как-то прыгать, да? Да. А что ж, мы все сделали же. Точно все? Может, я что-то не поставила? Ну, давай занёс в комнату еще раз. Все поставила. Ну, вдруг что-то не стало. Мало ли, может, неправильно как-то встало. Может, что-то еще надо активировать там? Открылось же все? Да, мы все тут вставили. Ну, все, что надо тогда. Точно? Да. Она сама это все ставила. И чего? Ёбок, что делать-то надо? Что делать-то? Смотри, пошел здесь... нахуй. Может, надо одновременно бежать по всем штукам? Ты там это, давай, не подкрякивайся ко мне. Ты меня вообще не в моем вкусе, понял, мудак? Придется пройти низ. Либо просто так его по хуйне пройти. Мы же по хуйне-то проходили. Нет, не совсем по хуйне, а просто до той двери добежать. А мы добежали до нее раньше? Добегали до той двери? Да. Не это. Фу! Подожди, а мы тут были? Это что такое? Это что вообще? Слушай! Мы вообще... Мы вообще здесь никогда не были, прикинь? Это вообще что? Я здесь никогда в жизни не была. Ты реально, с первого раза захожу сюда. Что за... Это что за... Стрёмный ворон. Вообще-то мы хотели понять, как пройти, но мы куда-то вообще непонятно... Это херня, слушай, которая управляет всеми временами года. Что-то здесь, какие-то трубы включить, вон вентиля. Ветер, смотри, нужно активировать, смотри. Так мы тут были. Мы здесь не были. Какого мы были тут? Как? Ты чё? Мы никогда здесь не были. Да нафиг были мы тут. Нет, мы в канализации бегали, здесь мы не были. Это хуйня изнутри, которая управляет всеми аттракционами. Вот мы сейчас ветер включили, это ебошит, видишь? То есть теперь нам... Вот нужно найти вентиля всех времен года, я так понимаю, да? В любом случае мы это включали, мы же как-то это проходили. Ну теперь нам нужно их снова включить. Все что ли? Да. Мы сейчас куда? А кто его знает? Так нам включить вот их огонь надо? Какой-то. Тут, короче, какая-то головоломка, походу, реально. Даже мы в следующей серии будем проходить. Нет, раз это нарисовано, значит мы здесь были, только я не помню. Ага, так и что делать? Ну, только я внизу, в самом. Так вентиля искать надо. Они в разных местах вообще. Ну ты, конечно, упала, офигеть, тебя. Ты что этот дебил ходит, мешается? Там я хотела оружие какое-то, что-то валялось там, или это мне просто... Да насрать вообще на него. А, собственно говоря, да. Ну, мне все равно не нужно никогда было. Ну, я хочу, чтобы он отошел немножко хотя бы. Да пойди ты, пожалуйста, отсюда, а мне тут пройти надо. А почему именно туда тебе надо? Ну, пошел ты... Спасибо, блин. Ты чё? Ты чё по жопе-то бьёшь её? Нормальный вообще. Во, видали? Оно закрыто, что за дичь? Ну, в общем, полный бред. Да, в лаву давай! Давай его в лаву! Давай! Блин, не успели! Слушай, а его можно чисто теоретически попробовать туда зафигачить? Можно, конечно. А как его выманить теперь? Как-то надо его просто фигачить и все. Давай! Посмотри внимательно, что получилось. Сейчас аккуратно подходим. А он где вообще? А нету его. Ты тоже хочешь? Нету. А все, вот он расплавился. Давай, вылезай. Вот все, избавились спокойно. От этого дебила можно спокойно решать там головоломку. Можно спокойно все это включить, чтобы это все наконец-то открылось, да. Ну, в следующей серии уже будем это делать. Тут, оказывается, головоломка. Я вообще про нее даже забыла, если честно.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на Инстаграм и на паблик, на нашей странице ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем пока!